наш паровозик. Водитель Василий. Вот гудит нам. Едут. Наши... Мы решили пешком. Возит нас от отеля на море. Сейчас он остановился. У нас остановка. Мы сейчас пойдем на пляж. Здесь есть ресторан. И наш водитель Василий, который нас возит постоянно. Мы немножко разговариваем с ним, всегда очень приветлив, всегда очень интересные вещи нам рассказывает про Грецию, про отель, рекомендует что-то. Нам очень нравится. Керкира тоже зелени остров. А Родомода? Да, там, то со очень много туристических островов. А вода чуть-чуть похолоднее. Вот Василий рассказывает как раз Сергею про Грецию, где интересно, куда можно сходить, посетить интересные места. Вот, спасибо, Василий. Передайте привет нашим подписчикам. Русской жене вашей. Да, и вашей жене, да. Скажи, Краснодар, Краснодар, да. Она в, в Греции, она в Краснодаре. Да. Скажите, жена, привет. Вставим. Пусть радуется за вас. Кахала нам, на что вы говорите? При Балтике там у нас в Финском заливу я... Да. Холодно. А вы на паромах тоже ездили на машине? По Греции или здесь? Абис приехал на Аину, на Керкиру, так только на пару. Мы были на Санторине, на Крите, на Родосе. На Родосе, да. Красивое остров. Красиво. Где большой Крит, абис приехал, то потребует человек машину, без машины. И всем приятного пути. Мы отправляемся. До песчаного пляжа регулярно курсирует паровозик отеля, прогулка на котором дает возможность во время пути наслаждаться картинами живописной природы. Дорога займет примерно 15 минут в одну сторону. Паровозик ходит по расписанию один раз в час. С местами проблем нет. Наслаждайтесь природой, которая вас окружает. Ну, не так быстро, как на машине, зато экзотично. Греция пахнет морем и его дарами. А еще олива, свежим хлебом и сыром. Трудно представить себе страну, где праздник живота проходил бы с таким размахом. Радушие греков, колоритные праздники с песнями и танцами, сертаки, вкуснейшая еда с терпким и ароматным вином. Это то, что ждет каждого, кто решил посетить эту потрясающую страну. Сережа, поделитесь впечатлениями. Все классно, пока. Все нравится вам? Обеды сытные, завтраки тоже, и ужины тоже. Выпуски навалом, спим целыми днями, бываемся в мире. И ездим на паровозике. Получаем все случаи. Ну, довольны. Едем по окрестностям городка. Паровозик едет не быстро, примерно 20 километров в час. И заодно смотрим окрестности. Все очень интересно. Жаркие объятия солнца, лазурное море, высокие берега, сплошь покрытые белоснежными домиками, оливковые рощи, благоухающие цветы,
Поистине древнегреческие боги знали, где поселиться. Сказочно красивая природа, античные памятники и великолепный пляжный отдых. Все это Греция, колыбель европейской цивилизации. Жизнь в Греции протекает спокойно и неторопливо. Может, поэтому здесь удивительно легко дышится. Чернокудрые греки с искренними улыбками мирно прогуливаются по бесконечным пляжам на фоне белых парусов яхт и очертания островов на горизонте. Кажется, местные жители разгадали какой-то очень важный секрет мироздания. Им больше незачем суетиться. Вкусная еда, веселые праздники, дивные пейзажи и вечные семейные ценности. Вот, пожалуй, главная составляющая идеального коктейля под названием «счастье». В Греции эти пропорции строго соблюдаются, поэтому люди живут здесь дольше, чем в других европейских странах. А самое замечательное, что ощущение благословенного покоя и всеобъемлющего счастья не покинут вас еще долго после путешествия в страну древних эллинов. И каждый раз, закрывая глаза, вам будет чудиться теплый ласковый ветер, шум прибоя, крики чаек и звуки бузуки. Сейчас Креопиги – развитый курорт, любимый туристами и самими греками. Если подняться выше поселка, можно насладиться панорамами залива Торонеос. В Креопиге высокий берег покрыт богатыми хвойными рощами, и деревья подступают почти к кромке воды. Отдельно хочу сказать о целебном воздухе Креопиги, напоенном ароматом сосен. Чтобы получить настоящее удовольствие от отдыха на этом курорте, стоит прогуляться по извилистой дороге от шоссе до пляжа. На этом наше путешествие не заканчивается. Надеюсь, мое видео поможет вам правильно спланировать ваш отдых, и вы выберете Грецию. Это самое незабываемое путешествие будет в вашей жизни. Рай, где есть все красивые места, море, пляж. Все здесь волшебство. Здесь обязательно нужно побывать. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго. До новых встреч.